Ловите автомобильный лайфхак, мало кто знает, этот лайфхак очень понравится пассажирам вашим. Ведь смотрите, когда пассажир едет вот здесь, да, и вот вы едете, к примеру, в какой-то другой город, и у вас вот эта вот сторона, если машина не тонирована, да, водителю будет солнце идти. Чтобы такого нету, вот козыречек есть. В принципе, когда вы откроете козырек, вы что увидите? Вы ничего не увидите, вам солнце все равно будет слепить сбоку. Здесь вот видите, есть такой пункт, вот открытие, видите? Вы думаете, зачем вот эта вот штука, да? Вот смотрите, она раз. Это для того, чтобы вы козырек отодвинули. Во многих машинках еще есть вот такая дополнительная функция, как развод вот этого вот козырька. И вы можете до определенного уровня поставить его. И пассажир, вот я сижу сейчас, глаза не светит полностью солнце. Это означает, что вот такой лайфхак все-таки работает. И он заслуживает на жизнь, потому что действительно очень классный лайфхак. Ставьте пальцы вверх, пишите, какие вы еще знаете лайфхаки. А я буду вас еще информировать, какие знаю я. До скорого.